Всем привет! Алания, январь месяц. Пожалуйста, град или снег, скорее, да, маленький град небольших размеров. Вот так вот. Зима во всей своей красе. Привет, мы в Алании, порт-отеле Ангора. Закончился дождь. Мы идем немножко гулять. Вообще очень дождливая погода, ну как-то так. Дождь, солнце, нормально. Вот тут летом бар, который сейчас не работает. Вообще, если честно, очень грязно везде. Просто катастрофически. Тут вот летом бассейн, а тут люди кушают. Но большой плюс, что рядом пляж. Это большой плюс. И вся инфраструктура тоже находится рядом. Тут все магазины, тут недалеко. Два Бима, два Шока, Асто, Карифур. И очень неплохое кафе Ханчи. Мы туда часто ходим, посещаем. Вкусный кофе, вкусная еда. Прекрасное обслуживание. Короче, все на высоте. Отель. Что про отель? Летом в нем, наверное, неплохо. Но зимой не советовала бы. Особенно с маленькими детками. Потому что холодно, а обогрев стоит 5 евро. Сутки они тебе дают специальный обогреватель, который будет обогревать твою комнату. Две твоих комнаты. Но, еще раз говорю, летом это будет прекрасное место для отдыха. А зимой нет. То есть, так как мы сейчас отдыхаем январь-февраль, это не очень весело. Ну вот тут уже Клеопатра. Вот всего, пока я говорила, мы уже дошли до Клеопатры. А вот это вот. Вот сейчас вам покажу, как оно все. Вот по этой улице мы прошли. Вот совсем рядом, по прямой, Ангора. Вот центральный бульвар. И по прямой тоже все магазины идут. Нет проблем, можно и туда. Так что место прекрасное. Место расположения отеля просто. Вот ориентир Аладдин Бич Хотел. Напротив него прямо остановка. И вперед. На улице тепло, но постоянно идут дожди. Дождь, солнце. На солнце очень тепло. Плюс 10-15 получается. Если солнца нету, конечно, прохладненько. Ну вот, вот мы идем по бульвару Ататюрк. Это дорога прямая, никуда не сворачивая. Можно дойти до магазина US Polo,
Мави, Вайкики, ну и тому прочее. Можно прямо, если никуда не сворачивая, дойти и до площади Ататюрка с памятником, а оттуда уже повернуть направо и пойти к крепости или просто на набережную прогуляться по набережной. Что хочу заметить, тут в основном 3-4 звезды отеля, 5-звездочных тут практически нету. Здания все старые, мало новых. Поэтому и с отоплением проблемы. Греться кто как может. Сейчас прохладно. Уже ближе к вечеру. Это где-то около 4 часов вечера, то есть 16. Вечеру холодает. Днем неплохо. Везде вот такие вот апельсиновые деревья растут. Везде буквально. Просто везде. Вот засыпано. Ну и встречаются постоянно вот такие мелкие магазинчики. А еще что удивило, если курс, кстати, курс, вот курс валюты поднялся, евро поднялся, было 14.00, сегодня 14.500. Хочу заметить, что курс везде одинаковый, во всех банках одинаковый, то что странно. Везде фиксированы. То есть нету такого, что в одном банке одно, в другом банке другое. Ну вот по этой дорожке мы сейчас выходим на пляж.